Я сейчас проводила магическую сессию вместе с Анаей. Вернее, она мне проводила. Это магическая сессия с духами воды Нью-Йорка. У меня слезы текли в начале и в конце, когда я благодарила духов воды. И у меня прям слезы потекли. Я почувствовала эти энергии любви, добра. Такие приятные энергии. Я хочу сказать, что у меня идет такая благодарность Анае за то, что она мне показывает другой мир, и она мне воодушевляет. Здесь, где я вот живу, как-то все подавляется, и энергии тонкого мира я временами прям не чувствую. На Аркаиме где-то я вижу и цвета, и ощущения у меня другие. Вот я хочу попутешествовать по другим городам, где бы я могла ощутить и свое видение раскрыть внутреннее. Я вот сейчас поблагодарила духа воды и попросила, чтобы мне видение раскрыли, чтобы было соединение троих — ума, души и сердца. Вот эта магическая сессия, она как раз соединяет ум, душу и сердце. Меня вложили коды, информацию духа воды. Надеюсь, что я буду ощущать. У меня вот прям тепло в груди. Я в восторге. Я бы хотела еще бы прослушать это видео и магическую вот эту работу еще, чтобы принять в себя. Но мне идет, что может вечером. То сейчас пока хватит. Я сейчас полежу и поблаженствую, почувствую, что у меня во моем внутреннем мире изменилось. С вами была Людмила. До встречи.